Всем привет! Мы с вами снова в магазине Kia Нижний Новгород. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы подготовили для вас долгожданный, можно сказать, и для нас, и для вас обзор по всем гардинам, шторам, которые есть в Икее. Открою маленькую завесу. Мы снимали его уже неделю назад, точнее, снимала я одна без оператора, пыталась на одну камеру, но в итоге получилось, что ничего у меня не получилось. 3 часа я снимала, в итоге все видео ушло в мусор. Поэтому я очень надеюсь, что данное видео у нас получится полноценным, продуктивным. Оно вам поможет для выбора штор, потому что на самом деле выбрать занавески на окно, просто смотря на картинку, ребят, ну очень сложно. Нет понимания просвета, плотности ткани. Есть просто картинка, вы примерно ее представляете, по факту приезжают шторы, как сейчас, ну часто клиенты, да, так, то есть вот мы наблюдаем такие ситуации, у нас так возникает. Мы объясняем человеку, но на пальцах объяснять по цвету это одно. Когда вы видите и можно сравнить по цветам, то есть, допустим, другие службы доставки, ребят, не стесняйтесь, используйте наши видео, они полезные. Мы делаем как бы такой вот общий полезный контент, который могут пользоваться все. Ну, лирику оставляем, идемте снимать. Так, ну, первое. Это шторы Lean, 259 рублей. Самые продаваемые, самые бюджетные шторы в Икее. Это такая вот нижнятина, 2,80 на 3, то есть два таких огромных полотна. Вот видно, да, на большую камеру? То есть 2,80 это много. Это очень много. Это вот такая нежная сетка. На фотографии ее не видно. Если вы хотите бюджетно обновить окно, занавеска Lean самое оптимальное, что можно сделать. За 260 рублей никогда ничего не купить. Вот, честно, я их очень люблю. У них есть нестандартное использование. Мы, по крайней мере, использовали так. Когда младшая была совсем маленькая, мы накрывали коляску этой сеткой. Комарики не проходят, мушки не проходят. И родители, когда переехали в частный дом, москитные сетки, ну, не было всегда на окнах москитных сеток, мама прямо окна обтягивала этими занавесками. У нас, по-моему, 2 пачки ушло на весь дом. Поэтому такое вот нестандартное использование на самом деле помогает. Крепеж стандартный для икеевских занавесок. То есть это вот обычная отстрочка. Никакой шторной ленты, ничего нет, поэтому если вы вешаете не такой вот круглый карниз, вам придется пришить шторную ленту к данному занавеску. 259 рублей, комплект из 2 штук. Так, идем дальше. Следующие гардины Ротфибла. Они коротенькие, 3 метра. Вот такая вот занавеска. В масштабах магазина она, конечно, возможно, смотрится короткой, но здесь потолки 4 метра, если до крыши вообще космос. Вот. То есть это кухонная занавеска, до радиатора как раз достают, стандартная высота. Одно полотно. Вот такая вот сетка и по ней цветочки. То есть это прям такая вот классическая тюлька, стоит 600 рублей. Так, следующее. Наверное, вот так будет удобнее показывать, да? Альвина Спец. Сейчас после подорожания они стоят 500 рублей. Но, тем не менее, оправдывают себя. Очень нежные. Понятно, что, да, все вот эти вот, вся эта тюль, она синтетическая. Вот как бы показать кружево? Давай, наверное, ты покажешь, потому что мне неудобно одной рукой. Вот такой вот кружавчик по краям. То есть это стиль либо Прованс, либо вы такую девчачью комнату делаете нежную. Для строгого интерьера данные занавески не пойдут. Сетка, по ней плетение и вплетены такой же ниткой более плотные узоры. То есть здесь фактически много-много цветочков. Мужчина, наверное, не понять, да, зачем столько примерно одинаковых штор. Потому что вот тут... Укропчики. Здесь укропчики, да, вот по-другому их не назовешь. Это у нас Ингвильд. Смотрите, даже дизайнер указан. Белый цветок, 145 на 30. Два полотна в комплекте. У Альвина Спец тоже 2 полотна. Закругление подобное, как у Альвины, то есть край неровный. Ну, на самом деле, это прям вот практически аналог Альвины, только с другим рисунком, с укропчиками. Как-то странно, да? Плотные, ну, как идут. Pearl Blood, 145 на 3. Так, они у нас 100% хлопковые. Как? Руку? Нет, особо. То есть как меня видно через них? Вообще не видно.
Ну вот, то есть вот имейте в виду, да, что это тебя не глушит дневной свет, но пропускает прямые солнечные лучи. Так, ой, смотри, а у них еще верх. Я, кстати, про эти шторы вообще их на память не помню. А как показать? Я не допрыгну. Я покажу. То есть вот такое вот кружево. Нет, это обратная сторона. Вот лицо. Вот это вот лицевая сторона. За это, наверное, и беру 2000, потому что просто так такая конюшка 2000 – это дороговато. Так, что у нас здесь по креплению? Высоко задраны и ничего. Следующие тонкие гардины – это Матильда, 140 на 3, две штучки в комплекте. Крепление у них такими завязочками, ну, в принципе, крепление можно посмотреть на сайте. Поэтому, я думаю, наша задача вам, наверное, все-таки больше показать плотность, фактуру и передать 100% цвет. Вот такие вот занавески. Две шторы в комплект, 100% хлопок. Кстати, не особо мнутся. Вот я его пожмакала. Да, то есть, потому как мнутся тоже вполне приличные. Ну и висят неплохо. Так, следующее. Они на классе, то есть следующие занавески у нас, ой, как Лилиана подорожала, 600 рублей стало, была, по-моему, 400 не особо давно. Такой же кружавчик, как у Альвины, только рисунок уже другой. Но они все примерно в одном сегменте, сейчас разница только в цене и в рисунке. Такие вот загогульки. Цветочки. Точно такая же сетка. Размер полотна точно такой же. Две шторки в комплекте. 1,45 м на 3. Дальше у нас идут Ингбьорг. Белый стрелка называется рисунок. Они уже прямые. Вот такая вот, ну как елочка что ли идет, да, по всей высоте. Они полностью с прямым краем. То есть их уже для более строгого интерьера вполне можно использовать. А следующие занавески нитрот, комплект из двух штук, 599 рублей. Крепление стандартное на трубу. Вот так они выглядят на просвет в растяжке. И рисунок. Значит, вот такие круги более плотные и более мелкая, потоньше сетка. Такая же классическая сетка, как у многих занавесок IKEA. Эммелина, 1299. Так, они уже на шторной ленте, то есть их можно прикрепить и на карниз, и подвесить на крючки, то есть классическое крепление. Вот что у нас на просвет. И показываю вот такие вот серые зонтики. На самом деле занавески очень нежные. Если хотите сочетать белое с серым, я думаю, это беспроигрышный вариант. Потому что зонтики еле-еле заметны, но при этом занавеска выглядит по-другому совершенно. 1299. Вот за эту занавеску я вижу смысл отдавать 1299. Следующее. Гертруд. 145 на 3. Две штучки в комплекте. Есть еще коричневые, красные, серо-синие, темно-синие. До них мы дойдем. Крепление у нас уже со шторной лентой, то есть видите, да, сегмент подороже, уже идет шторная лента. Вот такое вот полотно в полоску, но полоски, они по всей длине идут, но за счет того, что местами они утолщаются, оно выглядит как вот такой ствол у березы, да, с насечками какими-то, то есть такая полосатость больше присутствует. По плотности довольно-таки плотненькие занавески для тюльки, ну, смотрится неплохо, если вот именно к интерьеру полосатость такая подходит. Так, следующие у нас занавески Бэк Тистель, 145 на 3, белый, пропускает дневной свет. Можно вешать на гардинный карниз или гардинную шину. Соответственно, здесь уже есть шторная лента. Так, рисунок более детально посмотрим. Нет, они не бархатистые, просто вплетение нитки. И вот как это выглядит на просвет. Немножко поколупаю, попросили потеребить эти занавески. Девчонки, ну нормальные занавески, красиво смотрятся. И вот в раскладку красивый, и рисунок такой вот интересный.
если пестрость вот это не смущает, то я считаю очень хорошее. Ревлумер. 799 рублей, белые, одним полотном, 3 на 210, со шторной лентой. Ну, детальный рисунок, рисунка как такового нет, матовые, то есть это не капрон, ну, не то, что капрон, не органза, который там блестит, переливается, это прям такое классическое тонкое матовое тюль. Если ищете что-то подобное, но учитывайте, что полотно единичное, и чтобы подойти, например, к середине окна, нужно либо его поднимать, либо заходить с другой стороны. То есть разреза между ними нет. Следующее. Сальфрит. 145 на 270. Спираль. Тоже одна пара. Так, смотрим рисунок. Даже на камеру сложно передать, не то, что потом просто на картинке, да, на статичной фотографии увидеть. Ну, вот такие вот загогульки спиральные. И вот как это выглядит на просвет. По плотности очень схожи с Ревлумер. Я даже считаю, что и неплохо будет смотреться вместе. Повесить плюс ночные добавить. Так, идем дальше. Энглари. 1200. Да, они уже на шторной ленте. Так, я, пожалуй, рисунок сниму с другой стороны. Нет, вообще не видно. Так, получается, рисунок у нас нанесен на одну сторону. Сейчас я его попробую сфокусировать. Потом расскажу. Я снимаю сейчас с обратной стороны, его не так заметно. Может быть, на просвет видно? Да? Рисунок такой вот как бы липковатый немножко. И еще, вот смотрите, например, Ревлумер, да? Они вот так подшиты снизу. У этих просто верложка. Ну, слушайте, ну, занавеска более дорогая. Она стоит 1200, эти 800 рублей. Почему, например, нельзя это вот тоже так вот подогнуть? И будет более красиво. Ну, они все, по высоте, сколько? Все трехметровки. А у нас квартиры какие? 240. А рубить. Ведь есть квартиры, кто и не рубит, у кого трехметровые потолки. Поэтому почему? Мужская логика. Хильдран. Очень люблю эти занавесочки. У нас дом такие висят. 399 рублей в мелкую точечку. То есть это что-то среднее между Alvin Spets, Lille. Но за счет вот этих точечек они по-другому совершенно смотрятся, чем я не очень люблю, честно, цветочки. Ну, как, ну, не нравятся они мне. А это вроде бы и не сетка, ну и рисунок какой-то есть. Такая вот мелкая-мелкая точечка. Следующее. Карлотта, новинка, но наличия их сейчас нет. Но новинка условная, они давненько уже продаются, пару месяцев. Так, на чем они у нас? Они у нас на стандартной шторной ленте. Вот такие вот горошки. Приглушенные цвета оранжевого, фиолетового, серого, зеленого. Цветовые переходы есть. То есть серый вот видно, да, на просвете практически незаметно. Фиолетовый, оранжевый более яркие. Ну и вот на просвет. Так, это Лиль, мы ее показали. Слушайте, друзья мои, а тюльку-то мы всю показали. Только потом цветной, наверное, немножко будет еще. Сейчас я посмотрю. Ну ладно, походу. А дальше мы переходим к более плотным шторам. Здесь уже интереснее, информации больше. Анна Луиза, имеются другие цвета. Об этом мы знаем. И, я думаю, подписчики наши тоже. Значит, что имеем? 100% хлопок за 2000, 145 на 3. Крепление стандартная шторная лента, на нее можно вешать, крепить. Ну, в общем, я вам все это говорила. Так, теперь смотрите на просвет. Насколько меня видно, не видно? Не видно вообще, да? Мнутся. Мнутся сильно. Вот только что я то есть сжала рукой. Ну, честно, спорная занавеска, да, как-то вот мешковатая за 2000. Я бы не взял. Ну, что-то как-то вот... Я сейчас посмотрим еще и в других цветах, как это будет смотреться. Но вот в белом она какая-то... Ну да, вот даже вот ее с какой-то тюлью, например, соединить, да?
Вот с цветочками. Ну как? Простовато она смотрится. Ну не 2000 это занавески, либо ее как-то надо апгрейдить. Дальше. Борг-Хильд 145x3. Две штучки. Белые тонкие гардины пропускают дневной свет. Ну, вот эти вот за 2000 более интересно, да, наверное? То есть здесь как бы вот эти вставки полиэстера и такие вот рисунки. Ну, активная, с другой стороны, занавеска очень. 71% хлопка, 29% полиэстера. То есть основа хлопок и вот эти полиэстерные вставки. Пожалуйста, весь рисунок на просвет, и я в рисунке. Ой, терпение моему оператору снимать с женщины занавески, мне кажется, я бы застрелилась. Так, следующие шторы Хилия. А, кстати, очень популярные у нас саранские занавесочки, очень часто мы их привозим. Такая вот облегченная, легкая. Показываю на просвет. Меня видно. И вот сейчас попробуем как-то передать. Не так уже мнутся, но мнутся. Вот если выбирать между, например, Виваном и Хильей, лучше Хилью взять. Они более нежные, полегче. Нет, они не полегче, они наоборот чуть плотнее. Виван поплотнее, потоньше, но свисают они хорошо. Вот, то есть фалдочки на них очень хорошо делаются. Вот, жалко здесь, ну, не выдвинуть. Мы пытались, честно, ребят, снимать, где занавески так вот разложены, там мы даже вам край не можем отодвинуть, просто показать, вот тупо упереться камерой, да, в штору, смысла нет. Поэтому вот только так. Ой-ой, давайте смотреть, за что 2600 просят. Sparward 145x3, тонкие, пропускают, все как обычно. Отличное решение для многослойного оформления окна. Ой, ну дорого 2500. Я не спорю, интересная штора. Такие вот спирали на ДНК чуть-чуть похожие. Ну как-то дорого, да? Вот 1500 край. Не, распродажа даже у нас остынет. Ну да, кстати, посмотрим, как будут продаваться и в распродажу, за какие деньги их скинут. 1499, Бергите, две штуки в комплекте. Вот, вот честно, тряпка. На кухне. Даже на кухне, вот смотри, она мнется. То есть вот подошли к окну дети, сразу вот выглядит неопрятной какой-то простынью. Я не знаю, кто ее придумал, для какой стилистики она у кого висит. Если не трудно, хотя бы ВКонтакте фотографиями, что ли, поделитесь. WhatsApp, Viber киньте, ну, в общем, на просвет вот так, причем это обратная сторона, на лицевой рисунок выглядит чуть поярче. Ну, не знаю, как-то 1500 это. Некоторые занавески, на самом деле, вот дома, честно, все киевские шторы устраивают полностью, но местами ценник задран до космоса. Тибаст. Вот за тибаст на самом деле есть за что деньги отдавать, особенно за другие тибасты, не за белый. Они выглядят под... Сейчас. Вот он тоже, кстати, наизнанку, ну, наоборот висит. Сложно, вообще никак передать не могу. Угу. Попробуй ты. Вот, под углом. Я вижу, но я его поймать не могу. Завис, возьми за угол. Тебя тоже не видно? Хорошо, тибаст мы вам фактуру покажем на цветных шторах. На желтых, на розовых замечательно видно. А, давайте на просвет посмотрим. Ну, по-моему, контур мой видно, да? Потому что я... Нет? Я вот вижу единственное через нее только светильники. Икеи, то не светильники, а вот такие вот, ну, точки света. Неплохая занавеска. 3500. Ну, тяжеленько все-таки. Чем, допустим, 2500 отдавать вот за такую? Такой, ну, спор, но более-менее. Милдрид, 2000. Одна пара. А, да, пара, как раз две, 145x3. Она получается двухсторонней. С одной стороны, вот такой рисунок, как будто спилы дерева, да? Ну, это только она при близком рассмотрении, так, издалека не оценивается. Не видно? Нет, так видно, но в комнате, мне кажется, она не будет так играть. Видите, девчонки, какой плюс снимать параллельно с мужчиной, да? То есть мужская точка зрения, нам нравится, мужчинам не нравится, в итоге консенсус.
Нет, это не развод, ну так ткань висит, так вот она вот повесилась, то есть ее как бы распаковали, ее не гладили. То есть это ямочки, это сложенность. Ну когда в сложенном виде занавески были. Так, мне вам надо как-то рисунок показать. Ну вот, наверное, более-менее. Ну вот, наверное, так. Надеюсь, что на мониторе будет видно. Виваны. Терпеть их не могу, честно. Висят сейчас в зале. Бесят. Ну, тряпка-тряпка выглядит на окне. 145 на 3. Стандартный вид крепления штора. Шторная лента. Да, они тоненькие, легкие. Вот виван неплохо сочетать с другими более тяжелыми. Когда многослойку делают, например, плотные шторы, виван и гардины совсем тонкой, типа тюля. Более-менее. У нас висит виван и тюлька. Смотрится как-то не фонтан. Хочу поменять, но мне пока не дают. Окей. Миретте 2499. Миретте, честно, мне нравится. Хорошие плотные занавески. Хорошо фолдятся, то есть прям вот... Ну, ровно, то есть свисают, если их нормально отгладить, отпарить. Еще момент, друзья мои. Девчонки, когда занавески будете отрезать, если у вас занавеска хлопковая, пожалуйста, постирайте на 60 градусах. То есть, ну, либо там, ну, на той рекомендации, да, на которой обычно все икеевские хлопки на 60 градусов стираются. Потому что, когда вы ее отрежете, она у вас сядет. Не берите с меня пример. У меня одна занавеска подсевшая в детской, другая... не подсевшая, ну, как бы одну стирала, другую не постирала, подрезала. И получилось, что вот сейчас небольшой перекос. А занавески эти уже больше не продаются, а они подходят. Так, просвет. Вообще ничего не вижу, даже светильников не вижу. Блэкаут полный. То есть вот эти занавески блэкаут дают, то есть полную защиту от света. Я считаю, что это важно. У нас, например, одна комната солнечная, и если спать с тонкими занавесками там, то считай, что все, не поспал. А днем можно создать... при помощи, ну, у нас Санелла, я очень ее люблю, до Санеллы мы дойдем, то есть вот фактура, слушайте, и не мнутся они особо, ну, нормально, Миретте мне нравится, то есть их, кстати, клиентки любят, Миретте часто заказывают. Ленда, тоже одни из моих любимых занавесок, но Ленду я люблю не белую, люблю голубую и серую, ну, и белая, я считаю, выглядит неплохо, да, вот на просвет. Не полный блэкаут, но хорошо блокирует. То есть я не вижу особо светильников. Оператора вообще не вижу. Отдел тоже не видно. Меня, наверное, тоже не было видно, да? Полоску особо не видно. Полоска такая вот потайная-потайная. Сейчас я вам попробую ее передать. Неудобно одной рукой. Ну, вот так вот видно. То есть полоска на самом деле прямо тоненькая-тоненькая. Состав у нас у Ленды 100% хлопок. И у Ленды, если я не ошибаюсь, есть еще прихваты. Нет. Да, Ленда с прихватами. Ленда с прихватами. То есть у нее есть еще хвостики. Почему так нигде это не указано? Да, с прихватом. Следующее. Ханналил. Бежевая. А-ля тряпка. 1500. Силуэт видно. Есть еще розовый, светло-зеленый и серый. Дойдем до цветных, посмотрим, как они выглядят в цветном виде. Ну, как-то вот 1500 дороговато, я считаю. Так, дальше. Веркрокус 2799. Плотная ткань гардин препятствует проникновению дневного света и защищает комнату от посторонних глаз. Здесь у нас прихваты. Сейчас как раз на прихватах покажу фактуру. Когда света мало в отделе, плохо мы снимаем с дополнительным светом. Когда света много, тоже, то есть бликует. Вот они рисунки, такие кленовые листья. Сейчас, не кленовые, нет, листья всякие. Вот так, я думаю, виднее, да, будет на большую камеру рисунок. Это рисунок, они с прихватом. 2800, я думаю, для гостиной такие, ну, оптимальные занавески. И рисунок не сильно яркий, и смотрится неплохо. Сейчас попробую еще я на свою продублировать. Потому что у нас иногда бывает, на одну камеру не идет, на другую хорошо. Нет, у меня что-то как-то не очень. Ну, посмотрим, что-то выберем. Так. Арнфрид 145 на 180. Гардины с прихватом одна пара,
Арнфрид 145 на 180, белый в полоску, гардины из льна, 100% лен, две гардины с прихватом. Обращайте все-таки внимание на характеристику, когда делаете заказ, либо идете в магазин покупать. Занавески могут быть короче, чем вы планировали. Есть несколько экземпляров и таких коротких, укороченных занавесок. Так, ну вот рисунок, полоски бежевые, белые, серые, и вот на просвете. Ну, мне видно все, меня, я думаю, видно тоже. Кстати, мы даже еще не наполовине. Эблиза 145 на 3. Гардины пропускают свет, но приглушают прямые солнечные лучи. То есть такой частичный блэкаут будет. 100% хлопок. На просвет. Сейчас попробуем рисунок передать. Я снимаю с обратной стороны. У меня точечки черные менее ярко выраженные. Здесь вот вся фактура. Видно? Так, с белыми мы почти закончили. Переходим в цветные. Какая активная занавеска, да? Прям. Как керамическая плитка, да? Да, чем-то похоже. Гжель такая. Метемари. Либо метамари, кому как удобно. С прихватом они идут. 3000 стоят. 100% полиэстер. Неплохо блокирует. Не, честно, особо ничего не вижу, кроме светильников. С одной стороны они получаются вот такие белые и чуть на просвет цветочки. То есть, в принципе, с обратной стороны окно тоже вполне аккуратно смотрится. Ой, и уж очень активные. Что-то как-то я не представляю интерьер, в котором должны висеть они. Более такие, это, ну, яркие занавески очень. Такой вот переход этот синий. Ну, хотя, может быть, кто-то именно вот такие вот долго и ждал, искал. Так-то сам рисунок красиво нанесен. Переходы красивые. Ну, полиэстер не мнется, поэтому тут даже показывать нечего. У нас села вторая камера. Работаем на одну. Лейонгеп. Лен. 3000. Я просто когда на прошлой неделе пыталась снимать сама, честно, я в шоке была. Вот за это просто 3000. Не тряси. 3000. Не трясти? Тряпка-тряпкой. Ну, ребятушки, я все понимаю. Мне даже слов нет, чтобы вот сказать, что с ней. Во-первых, смотрите. Ну да, это структура льна, понятно. Ну вот они, сновья. Уже, то есть, плетение такое, что видно. Ну, возможно, это так задумано дизайнерами, чтобы вот эти вот как бы состаренности были, да? Ну, как выглядит? Как вот какая-то бинт, марли какая-то, как портянка какая-то. Ну, не 3000 это стоит. Да, я не спорю, я за экологичные материалы, но ну, не до такой степени. Так, и еще у нас вот так, так, Виван мы показали. Так, эту лен показали. Пермблат 1999, белые. Пока мы снимали, занавески попали в распродажу. Теперь они стоят 1300, и за 1300 меня устраивает больше, чем за 2000. Цены на глазах, да. То есть, вы смотрите, как мы рассказываем про обзор, говорят, что занавеска не очень хорошая, так быстренько поменяли ценник. Слушайте, надо это. Так, кому что срочно надо, говорите, мы чуть-чуть негативы добавим, ценник снизит. Так, Пермблат 145 на 3, 100% хлопок. Ну, очень схоже с Виваном. Прям вот. Ленду показали. Мы много пропустили. Что-то как-то они так прячутся. Так, Айна белая. Лен. Ребят, 3500. Ой, какой 3500? 4000 Айна стоит. Если, кстати, покупать ее тканью, по-моему, получается не намного дешевле. Опять же, если только вы сами шьете. Она на шторной ленте, ну, Айна любит, она неплохо смотрится, но Айна выигрышна в сером цвете, белая она прям вот, ну, простоватая. Так, что, буду ковыряться, а то мы пропустили пару занавесок. Они как-то так вот друг с другом все, с
смиксованы. Так, это мы показали, синиту показали. А, вот, пиалотта. Значит, вот это у нас обратная сторона, то есть это то, что будет к людям лицом. Не в комнату, а на окошке. Полный блэкаут. Не видно ни меня. И вот как они выглядят с лица. Интересный рисунок, они не такие активные, как синий экжель. Неплохо смотрится, разные переходы бежевого, то есть под такой бежево-серый интерьер, я считаю, что хорошо впишутся. Вот это достойная, кстати, занавесочка. 2800, да, спальня, зал вполне. Вилборг, ну, одни из самых продаваемых штор в Икее, они разного цвета, это полный блэкаут. С одной стороны, они синтетические, полностью полиэстер. За счет вот этой полосатости переход цвета из... То есть два цвета фактически, да, у занавески белая и бежевая. И за счет этого они смотрятся не так вот, как бы одним такой массой, да? К Фрихтену, да, кстати, с Фрихтеном они неплохо будут сочетаться, но под Фрихтен я вам покажу, есть занавески появились, которые будут хорошо сочетаться именно вот с тканью шефтеба у кресла и дивана. Так, Вилборг показали, они разных цветов, до цветов дойдем. Ну, к Вилборгу, кстати, нареканий нет, ценник адекватный, 4000 за блэкаут. Бертине стоит 3000, бежевые, льняные. Ну, вот смотрите, а, ну, лента хлопковая. Ну, тоже вот 3000, хотя бы вот эти занавески, ну, рисунок какой-то, да, цвет. Сейчас я вот найду первоначальную льняную тряпушку. Ее даже не видно в общей массе занавесок. Нет, я его прям баран не найду. О! Давайте сравним. Вот это 3000 стоит, и вот это 3000 стоит. Ну, у этой занавески полосатый хотя бы вид какой-то есть. Да? Ну, последний Так, теперь мы дошли до Тибаст. Я вам обещала их показать по рельефу. Кстати, один из плюсов Тибаст, они двухсторонние. То есть, что с изнанки, что с лица, они полностью одинаковые. И по всей занавеске такая елочка. Хлопковые шторы. Блокировку мы уже показывали. Это бежевые. Вот сейчас, где у нас белый Тибаст? О, нашла. Белый бежевый. Колупаемся дальше. Ленда. Ленда уже светло-бежевым цветом. На светло-бежевом полоску видно ярче. Те же хлопковые шторы. Но ленда шикарно смотрится в синем и в сером цвете. Сейчас мы до нее дойдем, посмотрите. То есть там переход цветовой и вкрапление белого более, ну, поинтереснее по цвету. Ну, хотя бежевые шторы тоже имеют место быть. Интерьеры у всех разные. Айна в бежевом цвете. Такая вот льняная занавесочка. Не рассказываю детали, потому что белый мы уже с вами посмотрели. Рокентраф. 3300, вот такой рисунок. Да, понятно, они не отглажены. Если их хорошо отутюжить, я думаю, они будут смотреться неплохо. Лен и хлопок. Льняные шторы гораздо дороже по сравнению с хлопковыми. 50 на 50 у этих занавесок. На просвет. По-моему, меня особо не видно, да? И с обратной стороны они вот какие. Кстати, если, например, такие шторы, и в оценке ухитриться поймать одну, вполне как покрывало пойдет, да? Сочетание хорошее будет. Так, Мирет и бежевые. Вот в бежевом цвете Мирет уже более выигрышно смотрится. Она хорошо блокирует, закрывает. Но Мирета, смотрите, фактура разная. Вот это обратная сторона Мирета, то, что идет на улицу. А вот это лицевая, то, что идет в комнату. То есть здесь такая вот мелкая елочка диагональная. На Тибаст не совсем похоже, но близко.
Это на самом деле сочетание цены и качества, разновеска хорошая. 2500 за них не жалко. Гульдзиния. Некрашенные. Полиэстер и лен. 77% полиэстер, 23% льна. Стоит 2000, частичное затемнение. Полотно 145 на 2,70, то есть уже не 3 метра. Учитывайте, у кого трехметровые потолки, вам это уже не подойдет. Фактура одинаковая, что с обратной, что с лицевой, что с изнанки. Так, синтетический майгу, тоже хорошо блокирует свет, это серые. На них сейчас снижена цена, они 2500, это светло-серый, популярный цвет у нас. Не видно ничего, просто это, то есть, как бы, вот, контур руки, да, если вот ставлю, не меня, я тоже думаю, не видно. Да, блэкаут полный. Потому что Майгул очень часто спрашивает, как, что, из минусов, пойдем покажешь поближе. Синтетическая занавеска, и со временем, вот, наверное, здесь все-таки выставочник сейчас поменяли, вот эта часть катышками начинает идти. Вот, не знаю, как увидится или нет, то есть мелкая ворсинка есть изначально. В процессе затирания эксплуатации здесь появляются катышки. То есть этот момент тоже учитывайте. Лиза Брит, тоже не особо давно появились в продаже, двухсторонняя занавеска. Ну, как двухсторонняя, с одной стороны один цвет, с другой другой. То есть вот эта лицевая сторона. 3000 стоит, тоже полное практически затемнение дает. Рисуночек такой интересный, набитый, но тоже, наверное, все-таки специфичный. Я подумала, прежде чем куда их вешать. Это лицо. А это изнанка. Мы на середине, у нас экватор. Леон Пэк бежевый. Леон, мы их уже смотрели в светлом цвете, теперь в бежевом. Ну, беж еще куда ни шло, все-таки вот не окрашенный леон вообще не смотрится в цвете, он более-менее, но все равно дороговато за эту тряпочку, 3000. Такая вот льняная занавеска. Честно, ну, мне нечего про нее сказать, вот. Только если из-за льна такой ценник, больше ни из-за чего. Так, это подкладка для штор Glens Neva. То есть, если вы хотите сделать из любых занавесок полный блэкаут, вы можете присоединить данную занавесочку, и у вас получится плотные шторы. С одной стороны, кстати, некоторые их берут прям как занавески. Ну, я считаю, что это больно блестящее как-то, ну, активное, что ли, такое. На атлас похоже. И вот обратная сторона. То есть они любые, если этот комплект купить, любые шторы могут стать полным блэкаутом. То есть не частичное затемнение, а полное затемнение. 1799 стоит подкладка для гардин. А дальше у нас идет Вилберг серые. Давай покажем фактуру, потому что про Вилберг мы уже рассказывали, здесь главный цвет передать. Серый с вкраплением белого цвета. Я так подозреваю, что обзор у нас получится очень большой, и его либо по частям, друзья мои, смотреть, либо с попкорном. Так, Анна Луиза, мы ее уже показывали, в бежевом, в таком бело-бежевом цвете. Это у нас... Цвет называется светло-серый. Согласна, цвет светло-серый, передали его полностью. То есть, так что иногда бывает, прям дальше пойдем, увидите в цветах перевирания. То есть сиреневый, по факту, такой вот винно-сливовый. Так, Ленда. Ханна Лил. Мы ее тоже показывали белую. Это светло-серая Ханна Лил. Давай попробуем передать фактуру. Здесь вкрапление темного, поэтому смотрится она, в принципе, неплохо. Главное, как вот она отутюжится и развесится, не будет ли она такой вот слишком тоненькой тряпочкой на окне. Вот, друзья мои, вот это мне очень нравится. Ленда серая, согласитесь, вот она уже совершенно по-другому смотрится, да?
и цветопередача у нее другая, и сама вот фактура на сером цвете хлопка очень хорошо видна. То есть здесь вот такие вот вкрапления, она очень на льняную похожа. Хотя по факту обычная хлопковая занавеска, и ценник адекватный, 1700 за нее. И плюс у нее прихваты в комплекте. Ханна Лена, серый, 2500, временно нет в наличии. Я думаю, появится новинка, полиэстер. 145 на 3. Я не знаю, за что здесь. В общем, жду ваших мнений. Как вам шторка? Затемнения нет, просвет полный, то есть вижу все. Просто так вот приглушение идет. Хилья, только в сером цвете. Вот, кстати, хилья, пойдем поближе, пожалуйста. Вот на белый этого не видно. На более темных, то есть видно вот эта неаккуратность, то есть чуть зацепили ногтями. Ну, не дырки, а такие вот. Прорехи на ткани. И со временем появляется такой вот катышек. Прям его вот активно видно. Ну, не очень такие как бы аккуратные занавески становятся. Вот на розовом, на белом, на бежевом нормально. На более темных цветах хилья проигрывает. Марьюн. Полное затемнение. Стоит 5000. Очень схоже с Вилбург. Сейчас мы найдем Вилбург. Только Вилбург более блестящий, Марьюн более матовый. Есть еще Марьюн коричневый. И у Марьюн есть еще вот такой вот переход по цвету. Если вас такое не смущает, ищите серый блокаут, вполне подходящее. Дальше Майгул. А, кстати, вот Майгул. Катышки. Этот образец, очевидно, висит подольше. И вот эти катышки видны. То есть это нужно будет даже, мне кажется, не даже, а уверенно, если машинкой проходить, ворсинки будут оставаться. Да? Не настолько гладкая ткань, чтобы вот ее прям вот до идеального довести. Все-таки 2500 за занавески, ну, блокирует неплохо, цвет неплохой. Поэтому вот учитывайте, чтобы потом сюрпризов не было. Ой, мои любимые. Санелла. У нас висят шоколадные, мы покупали их 5 лет назад. Цена была 3000. Тогда это тоже они были по скидке. Для Санелла это было недорого. Сейчас они стоят 5. Санелла часто бывает по скидке. И чехлы, и занавески. У Санелла есть особенность. Не стирайте ее, пожалуйста, в стиральной машинке. Это искусственный бархат. Они полностью затемняют комнату. То есть вы будете спать вообще... Ой, искусственный бархат, господи, все уже. Хлопковые, но с эффектом бархата. Когда стираете в машинке, занавески получаются такими залысинами. Поэтому лучше потратить деньги и сдать их в химчистку. В химчистке чистят их шикарно. Ну, по крайней мере, вот у нас в Плезире чистят. Меня устраивает полностью. У нас занавески пережили ремонт, причем их не снимали. То есть на них и капали раствором, и что только на них не попадало. Но они в идеале. Так, Санелла есть темно-серая. Просили сравнить. Так, они с двух сторон висят. Светло-серый. И темно-серый. Ну, темно-серый вообще красиво смотрится. Ну, чем темнее, тем красивее. Более благородные такие оттенки. И вот, кстати, о чем я вам хотела показать. Анна Кайса. Они разного цвета. Вот согласись, фактически фактура Шифтебу, да, что Поинга, что Фрихитена. Не все, как бы, кто-то любит, чтобы занавески были одинаковые, кто-то любит разные. Но если вы хотите попасть прямо вот в фактуру, в цвет, вот эти шторы вам в помощь. Это полный блэкаут, они блокируют полностью свет. То есть темно в комнате будет практически как ночью. 100% полиэстер. Я думаю, меня не слышно. Ну, слышно-то меня слышно, но не видно. Так. Я сейчас покопаюсь, чтобы ничего не пропустить. Так, Айну серую не показали, она там пропала. Айна в сером цвете. Дай фактуру покажем. 4000 в длины занавески. Кстати, Айна ткань есть отдельно, есть Айна подушечки, готовые уже чехольчики. Заморачиваться, если не хотите, можно купить готовые, можно сшить. Так. Смотрим, чтобы у нас никто не спрятался. Ленгеп хлопок. Ой, хлопок, лен. Теперь уже серая. Ну, конечно, не так, не такой безобразный тряпка смотрится, как смотрится белые и бежевые. Уже как-то. Какая-то весомость у штор появилась. Видите, вот на самом деле от цвета многое очень зависит.
Дальше у нас будут тоненькие занавески. Хэс, лока. Язык сломаешь. Есть еще белые с красным. И есть такие же комплекты постельного белья. Если уж очень хочется спальни, чтобы и занавесочки, и постелька. С бешеными? Давай посмотрим. Нет, мне кажется, нет, что это перебор цветовой. Во-первых, это очень активная занавеска. Сюда нужна спокойная тюль. Близко даже нет. Видите, вот мужская точка зрения. Синий, синий. Цветочек, цветочек. Так, правильно? Нет. Увы, не так. Следующее. Уж очень мне напоминает занавеска Бергипион. Матрас советских времен. Сейчас я переверну. Или рубашка. Ну, как-то тоже не представляю. Возможно, кухня. Допущу детскую. Опять же, определенный интерьер. Ну, вот такая. 1300 она стоит. 30% хлопка, 70% полиэстера. То есть, в принципе, за полиэстерную занавеску 1300. Ну, дорого, друзья мои. Поэтому как-то... Иногда прям хочется сказать, ну, аппетит-то умерьте. Нам покупать-то хочется, но не за такие бешеные деньги. Новая эта же шторка. Торгерт 145/3. Полиэстер, блокирует полностью, из занавески не вижу ничего. Такой вот сложный рисунок. Занавеска очень активная. Нужен определенный интерьер, куда вы ее повесите, что с ней будет сочетаться. Одна сторона вот такая яркая, цветная. Сможем показать на приближение? Но рисунок гладкий. Так, и обратная сторона. Вот такая вот полоска, и то есть обратная часть рисунка. Вилбург зеленые. Сейчас переверну. Красивый цвет вот этот у Вилбурга, интересный. У него и изнанка красивая, и лицевая. Ценник тот же, Вилбург часто бывает по скидкам, ловите. Сегодня, кстати, стартовала новая акция Family. Смотрите, что есть интересного. Санелла зеленая. Ну, про Санеллу мы уже сказали, сейчас только цвет передать. Так, Марьюн синий, вот мы смотрели Марьюн серый, это Марьюн синий. Тоже интересный, да? Ну, я вообще люблю спокойный, либо какой-то вот небольшой цветочек. Поэтому на вкус и цвет фломастер разный, кому что нравится. Но Марьюн хорошо висит, то есть хорошие складки получается, такая достойная тяжелая штора. Так, Санеллу я вам показала. Гертруд, серо-синий, мы ее смотрели в белом цвете, полосочку. Вот она как выглядит в синем. Кстати, с Марьюн она шикарная, я считаю, сочетается. Сейчас мы вот. Ну, если как бы голубую гамму, да, планируете, вот они пара друг к другу. А, так, снова у нас Лизабрит, только уже в синем цвете, серый такой голубой цветок. Мы показывали вам их уже в бежевом цвете, есть еще такие же синие. Кстати, по Family попали только одни занавески, акция, которая до 11 числа сейчас запущена. Будем смотреть, что будет после. Айна в синем цвете. Фактура. Ленда. Вот это самый оптимальный цвет, в котором ленда смотрится, да? Вот сейчас... Вот ленда серая. А вот ленда белая. Не знаю, насколько у меня удачно получилось их перехватить. Вот все три цвета в кучку. Еще есть бежевый, но бежевый уже не перехвачу. Дальше у нас опять тонкие шторы, новинка. Розалил 1300.
Полиэстер 70%, немножко хлопка. Кому в крестики-нолики поиграть? Кстати, если детскую в морском стиле делать, якоря какие-то нанести, думаю, интересно будет. Можно ее обыграть. Так и быть, согласна, стоящая. Ирмелин. Больно активно. Пришел муж с ночной смены, пожалуй, думает, такими шторками на голову оденет, да? Не уснешь. То есть очень ярко. Если еще сочетание с яркими обоями, с какой-то такой активной мебелью, то в комнате будет не успокоение души, а наоборот. Саннелла темно-синяя. У Саннелла есть чехольчики. На отдельной ткани нет, но есть чехол на подушку. Миретта темно-синяя. Фактуру сейчас уже не показываю, смысла нет, но вот здесь давай покажем. Смотри, на темно-синем очень-очень все собирает. Вот прям вот пылесборник. Если на бежевом, на белом этого нет, то здесь прям вот, вот все ворсинки, наверное, которые в отделе есть, все летят сюда. Неопрятно. Причем это не только с внутренней стороны, но и с внешней. Занавеска за 2500 и такой вот пылесборник. В общем, у кого есть особенно кисоньки собачки, считайте, что шторка будет все время будет ее чистить. Будет концентрация нервов в квартире. Так. Ёшки, как они висят-то? Так, проверяю, чтобы ничего не забыть. Следующая занавеска, тоже полный блэкаут. Солидастер. Активная. Ну, вполне интересная, да, такая? Очень схожа с Санелли, но 100% полиэстер. То есть как будто вот такой искусственный велюр нанесение. То есть она не гладкая, она ребристая, с выемками. И вот у нее обратная сторона. Тоже она блестящая, но такая приятненькая. 5000. Это если занавески в квартире обновлять? Двадцатка не обойдешься? Ай-яй. Ой, что-то как-то так это. Ценник все веселее и веселее. И Йофрид. Апофеоз. 4000 рублей. 4000 рублей. Мусор весь на ней. Еще больше, чем на предыдущей синей шторке. Какой части ткани тут 4000? А какими нитками шито? А вот скажи мне, пожалуйста, как мужчина, вот, допустим, жена принесет такие шторы домой, обратно в магазин с ними уведет? Нет, главное, что она целом не показывает. А, только спрятать. Да, девчонки, кстати, это совет, да, от мужчины. Не хотите мужа расстраивать, прячьте. Но, не, понимаешь, не все ходят в магазин сами, некоторые с мужьями. Мужья расплачиваются. Так, это у нас опять тюлька полосатая. А, мы ее, по-моему, показывали уже с чем-то сочетание, да? Да. Нет, синяя с Марин мы показывали с синей. Ой, все знавески перемешались. Миретту мы показали, Саневу показали. Да, они тут как-то двумя слоями. Майгул синие. Кстати, синий майгул тоже хорошо смотрится. Видите, уже не такой полисборник. Насыщенный такой цвет. То есть вот майгул синий вполне достойный. А дальше. Хелеборг сиреневый. Если хотите такую вот сливовую, наверное, даже темность, насыщенную сиреневую штору, тоже полностью блокирует свет, полиэстер, но блэкаут будет полный. Активная такая шторка, но красивый цвет, именно цвет красивый. Многие девчонки ищут, кстати, часто думают, что это у Майгула подобный цвет, ну, судя по описанию на сайте, на самом деле это не Майгул, совершенно другие занавески. Так, вот теперь мы дошли до спорных очень занавесок Майгул. Вот это тоже сиреневый цвет. Объясните мне, пожалуйста, кто назвал эти занавески сиреневыми? Как можно? Такой бежево-коричневый. Вот у меня даже ногти другого, хотя бы такого бежевого цвета, близкие. Возьми лиль, я тебе передачу, чтобы это... А как лиль? Возьми лиль. Положи тут эту камеру, она более баланс белого. Угу. Так, во-первых, вот смотрите. Обе занавески заявлены как сиреневые. Я думаю, здесь даже не надо быть особо зрячим человеком, чтобы понять, что они совершенно разного цвета. Так, попросил меня наш оператор взять белую штору. Посмотрим, что получится.
Но они какие-то коричнево-бежевые, но никак не сиреневые. Ну, вот поэтому очень часто по этим занавескам, по Майгулу, возврат. То есть люди заказывают сиреневый штор, по факту получают грязно-коричневый цвет, но никак не сиреневый. Поэтому, пожалуйста, ну когда описание даете, ну как-то хотя бы, чтобы оно реальности соответствовало. Так, Бергипион были синие, точно такие же. Тоже белые оставлять? Или это только на сложный цвет нужно? Ну, лиль мы сейчас обратно вернем. Так. Ханлил хлопковая. 1500. Цвет у нас? А цвет у нас розовый. Розовинка какая-то есть. Ну, светло-светло-розовый, что ли? Ну, никак не розовый, потому что вот, например... Подожди, где была с белого? Такой бледно-бледно-розовый, не ждите от него. Потому что вот смотри, вот светло-розовые, да? Ханна Лена, но они гораздо ярче. Вот это вот Ханна Лена светло-розовый. Но вот я с этим я не спорю. Вот они светло-розовые. То есть это не активный розовый, а такой вот припудренный. Дальше хилья розовые. Ближе тоже к сиреневому цвету. Вот смотри. Все три занавески заявлены как розовые. По факту какая-то сиреневая, розовая и... Белое, бледно-розовое, да? Все три, все одного цвета, по факту разные. А, так, Хесс Лока. В общем, такая же синяя занавеска была, и такое же постельное белье есть. Цветочки, здесь все соответствует. Здесь бело-розовые, то есть белое поле и красно-розовые цветочки. Дальше идем. Санелло-розовый. Вот он, классический светло-розовый цвет. Поэтому, если ищете блэкаут такой розово-пудрового оттенка, Санелла более подходящая. Либо учитывайте, не привязывайтесь к названию, а учитывайте сам цвет. Теперь Майгул светло-розовый. Но вот это вот уже ближе к сиреневатому какому-то. Ну, Майгул, на самом деле, не знаю, кто называл эти занавески по цветам, но цвета не соответствуют названию полностью. Занавески хорошие, нюансы я вам сказала, какие минусы в процессе эксплуатации возникают. А вот цвета, если просто выбирать на сайте по названию... Ошибиться прям на раз-два. Ну что, я в поисках занавесок. Они все прячутся от меня. И замотала, говорит, ты нас уже. А вот это у нас что? Ищу. Значит, смотрите, есть такая новинка в двух цветах. Называются они Спренгорд 5000, стоит 145 на 3. В комплекте такая вот белая тонкая штора и плотная льняная цветная. Рисунок. Вот в такой комплект, наверное, 5 уже интереснее как-то, да? Так вот, непонятно. А, нет, друзья мои, как тюльку ее не будешь использовать. Они вшиты в общую, под одну. Получается, это как бы для дополнительного затемнения, что сейчас посмотрим, что пишут. Ничего не пишут. Подкладка 100% хлопок, сама ткань лен и хлопок. То есть это считается подкладочной тканью. Но с другой стороны, то есть у вас на улице будет выглядывать чисто белая занавеска. Так, Майгул мы показывали. Переходим к красным. Анна Луиза по осени стоила всего сначала 1500, потом 1800, сейчас стоит 2. Анна Луиза в сером цвете, мне нравится, как эксплуатируется. Мы ее вам показывали. Клиент у нас завешивал полностью уличную веранду, доволен остался. Сказал, что хорошо висят, все замечательно стирается. Но здесь на самом деле как бы нечем портиться. Обычная хлопковая занавеска средней плотности, то есть и блокирует немного, прикрывает, но и при этом темноты не создает. Так, Ханна Лил розовый мы уже показали. Как-то они миксуются, уже некоторые занавески были. Витотель, темно-красный, говорю сама с собой, где-то там в глубине. Друзья мои, 3000. Лен хлопок. Мы уже поняли, что льняные занавески в Икее не бюджетные.
Как-то не знаю, за что просят 3000. Наверное, то, что это лен. Только это у меня логическое умозаключение. Так, такую тонкую гардину мы уже смотрели. Гертруд. А цвет у нас коричнево-красный. Ну да, не поспорю, так и есть. То есть прям типичный, да? Вот полное вот соответствие цвета. Так. Миретта красная, тоже вот классический красный цвет. То есть Анна Луиза была полупросветом, здесь уже плотная. Ну что, нам осталось не так много занавесок, мы почти справились. Виван розовый, тот розовый. То есть, представьте, человек выбирает на сайте, ждет розовую занавеску. Ну, она неплохая, тонкая, о чем мы говорили на белой, но описание цвета не соответствует. То есть, это вот, она очень близко, вот красно-коричневый. Хотя вот это вот даже коричневее, да? Ну, какое-то другое название цвета должно быть, не такое. Ну, цвет какой-то, я не знаю, как вот его описать. Но он ведь не розовый, потому что вот розовый Санелла. Даже вот, светло-розовый Ханна Лена. Ну, согласись, это совершенно разные оттенки, и сравнивать их обе в один цвет в розовые... Ну, тут замудренное название, скажем. Нет, дело не в названии, дело в цвете. Нет, то есть цвет. Вот цвет заявлен розовый, но он не розовый. Я не знаю, кирпичный тоже. Тоже, кстати, вот да, как бы, ну, нюанс такой, да, нужно же еще название, как бы, цвету, чтобы вы поняли. Вот, нет, вот коричнево-красный. Вот такие же мы сейчас серые смотрели, которые очень хорошо подходят к Шифтему. Но такого цвета еще пока нет. Ни у Фрихетенов, ни у Страдмона, ни у Поинга. Но фактуры, занавески такие есть. Ну, фактуры очень похожи, да? Да, да. Квадратик. Лейн Геб. Ну, многострадальная розовая льняная занавеска. Говорить ничего не буду. Цвет розовый, 3000. 5 цветов выпустили? Розовое, серое, белое. Да, серое, синее, ой. Активно коллекцию продвигают. Санелла. Вот, темно-красный, конечно, темно-красный. Дальше у нас Вилберг. Вилберг красный. Так лучше в дневном свете? Да, там как раз нет, что не просвечивается. Хилия. Хилия сиреневая. Выставочник, похоже, совсем новый, потому что никаких катышков, нюансов еще на ней нет. Майгул желтый, такой хороший приглушенный желтый цвет, горчичный, да, то есть тут прям горчица. Тибаст желтый, тоже мне не нравится, то есть здесь и такая вот белесость есть, да, нежно смотрится. Это и спальня, и детская, думаю, такой. Тибаст, кстати, вот хорошие занавесочки, есть за что 3500 отдавать, адекватный ценник, плотность, фактура. На, так, дальше у нас Одвейк. Разноцветные, хлопковые, 145 на 3. С одной, значит, они такие вот разнопестрые. А с другой стороны они одного цвета, но просвечивают рисунок. Такие 2000 стоят. Хилья. Серо-зеленый. Ну, это серый. Ну, да, кстати, зеленца какая-то есть, поэтому... В общем, друзья мои, с выбором аккуратно, когда дистанционно приобретаете, либо видео наше смотрите, либо сами в магазин ножками. Ханна Лил светло-зеленые. Мы вам показывали уже сегодня в разных цветах. Напоминаю, стоит на 1500. Ну, такой нежный оттенок. Зеленца все-таки присутствует какая-то.
Анна Луиза, о чем я говорила про серые хлопковые шторы, в наличии их сейчас нет. Кстати, очень хорошо продаются эти занавески. Не знаю, почему их так, ну, как бы мало производят. Занавеска популярна, их постоянно спрашивают, но они очень редко бывают в наличии. Приходится ловить. Апофеоз. Гротистель, 1300. Кто у дедушек в деревне летом отдыхал? Сетка рыбацкая. Ну, хотя, может быть, если ее с чем-то сочетать. Очень напоминает, кто в 90-е годы вырос, девчонки, кофточки такие были, да, с маечками. Так, дальше у нас майгул зеленый. Ну, вот здесь, кстати, с майгулом не переврали. Он и есть зеленый, болотно-зеленый. Это не классический зеленый, не изумрудный, именно такой болотно-зеленый цвет. Даже в гуашь, мне кажется, такой цвет есть, болотно-зеленый. Так, дальше у нас Вилберг бело-бирюзовый. Очень мне этот цвет нравится. Кто любит такие мятные оттенки в шторах, вот это ваш цвет будет. За счет белесости он не такой активный, нежность очень так вот добавляет этот оттенок. Так, Фьюдерклинт. Господи, язык сломаешь. 5000. Вот, то есть они точно такие же. Мы смотрели в цветок, да, со второй шторой. То есть это не тюлька, которую можно выдвинуть, а подкладочная ткань у занавески. Тоже, кстати, красивые вот такие переходы, цвета зелени разные. Здесь более насыщенный такой темно-зеленый и ближе к классическому зеленому. Листья сами по себе крупные, комфортные занавесочки, но ценник 5. Алло! Мы их показывали в каком-то, по-моему, прямом эфире, да? Или в новинках. Зеленые активные бабочки. Ждем живую фотографию. У нас клиентка приобрела в детскую, но у нее детская бело-зеленая. Она говорит, что она разбавит их белым цветом, и получится красиво. Фотографии будут у нас в группе ВКонтакте, в хвастиках. Заходите, смотрите. Так, ну что, у нас мы заканчиваем. У нас 4 занавески осталось. Анна Луиза зеленая. Все равно разные оттенки зеленого, хоть под общим названием, но моменты эти учитываете. Можно просто пролететь с цветом. Тоже новое, Лейкни. Есть такие, по-моему, есть комплект постельного белья, похоже, есть наволочки на подушке, чехлы. Хлопковая занавеска, 57 льна, 43 хлопка. Ну, активный, ну, такой, ну, под какой-то яркий интерьер, да? Ну, не так, кстати, режет глаз, как синяя. Фристе, 3600, не пропускает зимний холод и жару. А фристы, кстати, у нас была уже только в другом цвете. Да-да-да, бежевые фристы, по-моему, были. В светлых тонах была, это зелень. Листья дуба все-таки это похоже, да? И зеленая, темно-зеленая Санелла. Ну что, мы осилили шторы, мы это сделали. Мы сделали это вместе с вами. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Надеюсь, не устали. Данная информация будет вам полезна. Вы сможете ее применить при покупке, не ошибетесь. Пользуйтесь нашим видео, рассказывайте друзьям, знакомым. Нам приятно быть полезными. Есть понимание, что мы не просто так снимаем видео. Силы, время на это уходит. Нам нравится, что мы делаем. Надеюсь, что как бы, ну, вам, нашим зрителям, это тоже нравится. Пишите комментарии. Мы рады любой критике. Ставим пальчик вверх, лайки. Делаем репост записи, кому удобно, рассказываем друзьям. Подписываемся на наш канал, не забываем. Всем спасибо и до новых встреч.